Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами снова находимся на нашем Ферайнинском озере Фюльбеке Тальшпере. Приехали мы с Олегом, попытаемся половить хищника, ну, скорее всего, небольшого окушка. Как всегда, все получится, все, что получится из нашей рыбалки, вы увидите из нашего короткого видеоотчета. Друзья, я сегодня устрою дуэль между дропшотом и микроджигом. Для этого я использую две палки, обе от корейской фирмы Mitsui Spectre. Как по мне, так это одни из лучших палок для начинающих по соотношению цены и качества. Единственное, для дропшота я возьму палочку до 5 грамм, чуть потяжелее. Скомпоновал я ее с катушечкой Дайнего Ниё 2500. Здесь 0,06 у меня плетеночка, 0,14 флюрик и 10 крючок. Для чистоты эксперимента на обоих, как бы, у меня спинги будет сейчас стоять джавастик от Тайртап. Второй спиннинг, значит, у меня тоже Mitsui Spectre. Только он у меня уже до 3,5 грамм. Скомпоновал я его с катушкой Дайва Ниньо 2000. Значит, плетенка у меня здесь 0,3 ПЕ. Можно было и тоньше поставить, потому что была такая, не стала менять шпулю. И тоже здесь у меня джавастик Тайртап на 8 крючке. И чебурашка 0,3 грамма. Начну ловить сначала на микроджиг, а потом уже сделаю там 10 забросов, и потом 10 забросов сделаю на дропшот. Олег вот уже начал. Олежка на вертушку, да? Олег на вертушку начал кидать, потому что... О, вон видишь, форелька на середине выплеснулась. В озере присутствует также и форель, и голец. Ну, особо я губу не раскатываю, поэтому буду ловить на силикон. Если уже у Олежки начнет клевать там по-суперски форель, тогда уже тоже у меня, в принципе, с собой тоже есть и колебалочки, и вертушечки, все тоже есть с собой. Такое прекрасное озерцо, единственное воскресенье, очень много людей гуляет, на велосипедах катается, машину негде было припарковать. Такое вот прекрасное озеро, попробуем половить. Забросил я спиннинг, первый мой заброс, сейчас дам приманочке опуститься на дно. Глубина здесь приличная. Все-таки, как я думаю, что окунь будет ближаться ближе к берегу, на кромке, на свале. Вот, приманочка легла на дно. Легкие подергивания кончиком спиннинга. Выбрали немножко леску. Дали полежать приманке до дна. Еще немножечко подергали леску. То есть такая, как бы, малечек или какой-то насекомый двигается вдоль дна. Обязательно после того, как приманка опустится на дно, нужно сделать паузу, чтобы она полежала на дне. Олежка, походу, зацепил форельку, так что вертушечка работает. Так, а подсак у тебя там, да? Давай, давай. Красавец. Есть. Ну вот. Олег, ты оптимист, говорю, хочешь форель половить? Нет, оказывается, не оптимист даже в эту жару. Форелька хорошая, форелька, да, молодец, Олег. Вылазь, фотку будем делать. Значит, еще одну и у меня наколебал. У тебя, ах, ты сошла. Это вертушка понтоновская, да, у тебя? Да. У меня сейчас тоже была поклевка на колебалку, но не это самое. Но не засеклась рыба. Ничего. Понтоновские вертушки рулят. Думаю, крупноватую колебалку поставил. Сейчас поставлю поменьше немножко, или вертушку тоже. Уже схватила, а зацепиться не смогла. Рыба не крупная. Колебалочку довольно большую поставил. Я сейчас тоже поставил понтоновскую вертушку. И был у меня сход тоже форели. В общем, стукнуло недалеко уже от берега. А у Олега несколько поклёв. В общем, выходили целые стаи окуней, да, небольших. И форелька высечь тоже стукнула, но не засеклась. Ну так вот порой рыбалка преподносит сюрпризы.
рассчитывали в эту жару только на клев мелкого окунька, даже, в общем-то, не готовились к такой рыбалке. И можно было, конечно, спиннинги более дальнобойные взять и все. Вот так вот раз, и все поменялось. Сейчас покажу вам вертушечку, на которой был сход у меня. Вот она. Это ТБ Трейд с варфляновым сердечником. Ну, Олега с обычным сердечником тоже поклевки есть. Думала, что-то сидит. Надеюсь, что это форелька. Если что, Олежка, я твоим подсаком воспользуюсь, что мой наверху. Опа! Не свалится еще здесь. Берег не очень. Да, это форелька. Это форелька. И дрембатон. Кругом кусты. Опа. Есть такое дело. Олежка, с тебя фото. Опа. Вот видите, вертушечка. Ага. И форелька. У Олежки взяла хорошая форелька. Это уже покрупнее, чем та была. Давай, 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 Олег. Есть, поздравляю, молоток. Пришли мы на силикон, или ты у тебя этот. Есть. Покажи. Вот и на силикон тоже сработало. Когда форель активна, всегда поймает. Поставил я форель, это там. Делал заброс и зацепился за ветку. Пока отпускал вот такой окунишко. Вот такой окунишко. Просто подобрал съедобную приманку. Со дна. Заброс и на эту же приманку окушок чуть поменьше. Вот тоже не совсем маленький, за двадцаточку. Все тот же троут киллер. Сейчас Олег тоже поставил троут киллер. Надеюсь, что он вытащит. Покажи свой, да, цветной такой. Так что надеюсь, сейчас он вытащит уже форель. У меня было несколько поклевок явно форелевых, но сработало неправильно. Надо было дать заглотить, а я подсек. Сейчас этого быстренько отпустим. Опа. Отпускаем красавчика и продолжим ловлю. Пошел. Бывает в жизни огорчение. Вот что случилось сейчас при поклевке крупной форели. Просто не выдержал поводок и оборвался. Увы, так, к сожалению, часто бывает. Когда этого мелкая форель клевала, тормоза подтянул, думаю, чтобы с ней не париться. Взяла хорошая форель, видел я ее, вывернулась один раз и оборвала, и ушла. Заслуженно выиграла приманку Троут Киллер. Пока все равно перевязываю, чтобы вам показать эту приманку. Троут Киллер. Приманка очень похожа на танту, немножко видео изменена. Видите, у нее сделан специально длинный хвостик такой, шариком, который делает такие соблазнительные движения в воде, соблазнительные для рыбы. Естественно, что эта приманка, как и все приманки Тайртапа, они сделаны из силикона с добавлением аминокислот и как бы свой фирменный ароматизатор. То есть рыба, когда клюет, воспринимает как натуральную приманку. Сейчас у меня была поклевка, я уже не сделал подсечку, просто опустил, подал спиннинг вперед, и форель глубоко заглотила. Троут киллер, но, к сожалению, неправильные отрегулированные тормоза привели к тому, что она выиграла это сражение. Ну вот видите, очень подвижные приманочки. Очень интересно. Мы их специально делали не очень мягкие. Говорю, в начале года вы видели, наверное, мои фильмы, где тестировал эти приманки. Слишком, когда делается мягкая приманка, она, во-первых, быстро разбивается, а во-вторых, немножко не такие движения в воде, не такие волны идут. Вот от более упругой приманки идут как бы совсем другие волны, чем от мягкой. И не всегда мягкая бывает хорошо. Поэтому вот один из вариантов, мы сейчас сделали вот такие вот относительно плотный силикон. И такие идут определенные вибрации, которые, ну, по нашему мнению, должны привлекать рыбу. Ну и как мы видим, вот сейчас все эти первые рыбалки показывают, что рыба отзывается на них очень-очень хорошо. Мы сделали как двойные вот цвета, видите, то есть там зеленый с белым. Также просто одинаковые цвета, вот там белый, оранжевый, там какой-то темный цвет, там коричневый, фиолетовый. То есть много, большая гамма цветов на любой вкус и цвет, как говорится. Поглядим, пока вот первые рыбалки, только появились эти приманки, сейчас они пока из продажи только в Ангелюсад. И говорю,
пока очень довольны. Посмотрим, что дальше. Учитывая, что мы сейчас ловим, это, не знаю, время уже где-то около часа дня, обед, когда рыба вообще не должна клевать, а на них все-таки поклевки есть. Пустили в действие, тормоза ослабил, но, правда, теперь форелька клюнула поменьше. Опа! Дроут-киллер в действии. Давай, давай, иди сюда. Желешка ее. Вот она. Ну, четко в пасти. Поклевка. Даю паузу, чтобы заглотила. И есть относительно крупная приманка, небольшая форелька. Попалась. Пока я доставал камеру, Олежка держал форель, не отпускал. Ну тут же покажи приманочку. Слезом. Да, и это самое, к сожалению, сход. Вот так бывает. Мы с Олегом сделали перерыв. Поехали, пообедали, отдохнули, приехали, когда вот уже здесь сейчас, после 5 до 6 часов где-то сейчас, мы в 2 закончили, с 11 до 2 порыбачили, поехали сейчас пообедали, вот приехали сейчас здесь около 6. Время, вот первый заброс Олег сделал, я еще не успел заброс сделать, и у Олега уже села форель. Ну что делать, камера всегда подводит, пока ее включаешь, рыба всегда уходит. Я не могу ловить, я только пошел, камеру положил, Олег уже еще одну, и опять сход. Ну, это настоящий троу-киллер у тебя. Я забросил, вот тут же поклевка. Так я вылазить не буду, Лешка, возьмешь тогда под саком, чтобы мне не спускаться. Вот тебе. После перерыва у меня первый заброс теперь. Лешка, рыба уже под тобой. Тихо, своим этим, сейчас пересечешь меня своей удочкой. Да ты смотри. Все, ушла. И у меня тоже ушла. Так, есть. Олежка зацепил. Давай, не упусти, а то сколько можем. Мы уже 3 форели с тобой упустили. Все, молодец. Троут-киллер рулит. Влазь фотку делать. У меня был сход форель, сейчас посмотрим, что не пойму пока. То ли небольшая форелька, то ли окушок, что-то тащу. Нет, это окушок, зато окушок хороший. Нормально. Зато окушок хороший, ну. Иди, сейчас мы тебя отпустим. Опа! Есть. Приманочка та же, не меняем. Вон она провисла. Опа. Видите, троут-киллер. Опа. Насторожилась, поклевки есть, но не берет. Сейчас поменяли с Олегом приматки, я вот поставил твистерочек, пчела, опа, тайртап, и вот она форелька. Не со камера наверху была, сейчас Олегу подниматься покажи. Разверни с другой стороны. Она. Твистерочек, пчела от тайртапа. Так что смена приманки дала результат. Так. Олежка на троут-киллер зацепила кушка. За густы зацепилась, да? Неважно. Красавчик. Так, вот я. Перешли мы с Олегом на блесна. Да, у Олега сейчас сход был. Потому что рыба отошла подальше. Не добрасывали мы силикон. Перешли на блесна. И у Олега сейчас сход, у меня вот жила форелька. Ух. Нет, к сожалению, нет. К сожалению, форелька. Ну куда ты, куда? Сейчас мы тебя отпустим, подожди. Мы тебя отпустим сейчас. Вот такая вот красавица. Клюн было несколько поклевок, одна вот сейчас реализована. Зацепилась еще одна форелька. Неплохая.
Это вдоль берега пошло. Нифига, куда она уперла. Ты смотри. Алло, возвращайся. Да ты смотри, в траву зашла. Ты смотри, куда она. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, да мне надо туда идти, иначе я ее... А нет, вышла. Ты смотри, видишь, как она? Так, ладно, сейчас. Все, и ушла, оборвала с блесной. Вот и все. Завела там ежевика, трава. Тю-тю, блесна ушла. У меня был сход на Гена Кузьменко, вот на эту блесенку. Олежка зацепил. Молодец. У меня сход опять, где справедливый? Олег опять тащит, не. Надо менять, видно, крючок у меня уже плохой. Ай, у тебя. Ну, справедливость восторжествовала, Олег. Может быть, у меня два раза, причем при подсечке, делает свечку, и именно в этот момент уходит. Вот нам блесенка, Гена Кузьменко. Покажи блесенку. Леночка, привет, спасибо тебе. Леночка, привет тебе большое, спасибо. Вот твоя блесна. Было у меня уже 4 схода, и вот вытащил сейчас одну. Так что работают твои блесенки, Леночка, спасибо. Друзья, нашу рыбалочку мы с Олегом будем потихонечку заканчивать. При такой погоде, да, Леш, мы даже не ожидали, что такой клев будет. Поклевки, сходы там поймали много. В принципе, рыбалка получилась отличная. Классно. Да. Я вот всю рыбалку проловил на ZMX, ой, не ZMX, извините, Mitsui Spectre спиннинг. Причем до, видите, до 0,3-3,5 грамма. А блесна по руке, вот допустим, эта блесна, она практически 8 грамм. Что меня удивило, довольно-таки сильно я его перегрузил, считай, больше, чем в 2 раза, да, и спиннинг нормально справился. Ну, отловил неплохо, кидает хорошо. Сходы были, но опять же, сходы, как правило, либо когда включал камеру, либо когда форель делала свечку и во время свечки вылетала блесна. Тут уже никаким спиннингом тут не справишься, потому что просто получается слабина и, естественно, что вылетает как бы блесна из пасти рыбы. Так что, учитывая, вот для начинающего такая вот бюджетная палка, я считаю, довольно-таки неплохая. И микроджиг, и видите, вот сегодня и блесна, и на краджиг, как бы и на микроджиг, на силикон половили, на блесна, так что довольно-таки неплохо себя показал. Ну, по приманкам половили мы на все, как бы и вертушки сработали понтоновские хорошо с утра, и колебалки сработали. Вот сейчас уже ближе к вечеру, когда форель отошла. Ну, конечно, больше всего рыбы поймали на силикон от ТР-тапа. Так что рыбалочка состоялась, рыбалочка хорошая, погода тоже сказочная, такое редко бывает, что хорошая погода и хороший клев, но нам в этот раз повезло. Чего и вам желаем. Да, да. Все, пока, друзья, до новых встреч.